морковка, кориандр, щепотка сахара, щепотка соли, один чесночок, и я на чесночок вот так лью еще растительного масла и чайная ложка уксуса. Все это перемешиваем, и морковка по-корейски готова. Нарезать и обжарить курицу. Здесь майонез, кетчуп и чеснок. Здесь лук, соль, сколько? Сахар по чайной ложке. Сахар и уксус. И вода. Угу. Пережаренное мясо теперь нужно меленько порезать. Здесь майонез, кетчуп и чеснок. Обжарить с двух сторон. Можно кушать.
и желательно с соусом. Соус кетчуп с майонезом и чесноком. Вкуснятина. Вот такой соус.